Энергосколки. Энергосколки. Еще две штучки. Еще две штучки. Давайте, давай. Где? Где? Здесь. Я чую это. А, нет, я обломался. Давайте. А, вижу. Вижу. Злобных монстров, пришедших с болот. А что принесли нам мятежники? Только анархию, насилие и порок. Кого они выбрали вожаком? Роскола Роша, уголовника, который был 5 раз арестован за хранение наркотиков, непристойное поведение и нарушение порядка. Одно это бросает тень на все движение. Смотрите, кто сражается на их стороне. Сам Колпакрад, демон Эмпайр Сити. Да. Стоит ли говорить, что тот, кто встает на сторону мутантов, предает все человечество? Вы, законопослушные граждане, должны оказывать сопротивление мятежникам и сообщать о них властям. Если вам известны их планы, места сборищ, сообщите нам. И вас щедро вознаградят. Звоните по горячей линии ополчения. Наша судьба в ваших руках. Я сломал телевизор. Мне в первой части никогда этого не удавалось. Там были телевизоры неразрушаемые. Тут я так раз долбанул, сломался. Это же как-то неожиданно. Бомба! Вперед! Встреча с Джоном Уайтом и Люси Куо. Запись X-27. Мы все слышали прогноз Кеслера. В Empire City появится невероятно сильный проводник, который уничтожит почти все человечество. И я склонна в это поверить. Меня он тоже убедил. Все предсказания Кеслера сбылись. Он не мог ошибиться в главном. Как жаль, что ваше руководство так не считает.
они все равно полагаются на оружие. Только мы понимаем, какая опасность нам грозит. Но если агентство нам не поможет, придется действовать самостоятельно. Так, дальше. Тайное и неизведанное. Встреча с Джоном Уайтом и Люси Кло. Запись X-76. Хочу сообщить вам о недавнем происшествии. Намерения Кеслера мне не ясны, поэтому ограничусь фактами. Кеслер похитил Триш, любимую женщину Маграта, и стал угрожать, что сбросит ее с крыши. В это время на другой крыше могли погибнуть 6 врачей. Маграту пришлось убирать, кого спасти. Кошмар, психопат. Кул поступил правильно, попытался спасти врачей. Он понимал, как это важно. У Маграта твердые принципы. Похоже на то. И теперь я как никогда уверен, что именно он может одолеть зверя. А птичка где? А что, в ангаре, что ли, летает? Да, ладно. Блин! Чуваки, вы мне сейчас запись прервется. Встреча с Джоном Уайтом и Люси Кво. Запись X-76. Вольф изобретает новые способы усиления проводников. Результаты положительные, но нуждаются в проверке. Джон, ты можешь привести Маграта в Нью-Море? Нет, сейчас не время. Это нужно сделать именно сейчас. А что, если появится зверь? Ты сам сказал, что Маград не готов. Так давай подготовим его. Не сейчас. Слушай, мы с Колом ищем лучевую сферу. Помню. Это наша главная задача. Возможно, что именно сфера и станет причиной появления этого зверя. Так, все, теперь давай с вами разберемся. Готов. Все. Пойдемте уже наконец к миссии. Слишком высоко, а мне не нужно прыгать. Вот пися. Проводники поневоле. Зик, я на месте. Ты уверен, что энергоядро здесь? Так сказал мой кореш из ополчения. Оно вроде в ящике с символом ополчения. В этом? Эй, это не ледяной монстр! Так. Я нашел тут сейф. О, так легко нам энергоядра еще не доставались. Давай, открывай его. Нет. Зато есть документы. Еще на 3 ангара. Да. Может, тот чувак не соврал, а мы просто ангаром ошиблись. Придется их все обыскать. Кто-то уже всех убил. Ерунда! Да, ты так думаешь? Расширяться! Окружай! Ну? И где вы? Есть осколки. Ядра нет. Черт, где-то там точно должно быть ядро. Ищи дальше.
Ладно, поищу. Опа! Ха-ха! Забросился. Тихо. Пощади! Я сдаюсь! Иногда это ваша первая смерть, чуваки, понимаете? Опа. Сид, я... О. Боюсь, что ли? У меня тоже есть добавить. Ну, типа. Я не знаю, что. Много их не завалил. Ну, довольно много. Много не завалил, но довольно много завалил. Блин, это бред. Ты где? Парни. Ага. Так, я остался без энергии. Граната. Да, я здесь. Ну только сейчас это заметил. Придурки. Ух ты! Ну тебе недолго осталось. Это я тебе говорю. Есть!